Казахстанский боксер Темирлан Мукатаев провел бой на чемпионате Азии до 22 лет в Астане. В весовой категории до 86 килограммов он противостоял Бекбулу Муразбекову из Кыргызстана. В первом раунде Муразбекову дважды был отчитан нокдаун. Во втором раунде наш спортсмен оформил досрочную победу техническим нокаутом. Всего в четвертый день континентальных соревнований на ринг вышли 9 казахстанцев. Все боксеры одержали уверенные победы.